центральная площадь, ну, одна из центральных площадей Копенгагена, видимо, но она вся, видите, обнесена решеткой, тут идет какое-то строительство, там ложат какие-то тротуары, там вот строится метро, впереди офис или магазин Rolex и какое-то, видимо, правительственное здание, а не, это отель, Hotel d'Angleterre, какой-то отель дорогой, вот, красивое белое здание с черной крышей, вверху два флага датских. Такой вот пейзаж здесь. Так, а это какой-то театр, видимо. Здесь вот вход, фасад. Вот здание театра. И вот пандус такой для инвалидов. Смотрите, как он сделан. Смотрите, какой угол съезда этого. Да? Вот. Вот куда реально может человек сам при желании спокойно заехать, а не так, как у нас делают такой угол подъема, что два мужика туда не затянут этого инвалида. Так, здесь мы попали в какой-то дворик. Какой-то дворик, какой-то вот такой фасад, арка какая-то со скульптурами. Каждый угол Копенгагена интересный, хочется заглянуть. Бронман, что это такое? Какой-то ресторан. Да, наверное, ресторанчик. Так, идем дальше. Дальше у нас пошла улица куда-то вниз. Ну вот видишь, она как бы спускается там, да? Так, друзья, вот мы вышли к этому центральному каналу. И вдоль канала расположены ряд домиков, окрашенных в разные цвета. Вот. Это считается как бы основной достопримечательностью Копенгагена. Одно из центральных таких фишковых мест, которое посещает каждый приехавший сюда турист. Вот. И сразу начинается все с туалета, видите? Но есть одна особенность. В Копенгагене все уличные туалеты бесплатные. Все. Все покрывается с бюджета города. Есть прогулочные такие вот лодочки, на которых можно проехаться по каналу, выйти в сторону моря. И вдоль всего этого канала расположены кафешки, бары, какие-то отельчики, я так думаю, здесь тоже есть. Здесь любят отдыхать местные. Вот на этих, сидеть на этих деревянных. Скамейках или как. Ну вот идет такое окаймление вот этого канала. Сделано деревянной такой доской. Здесь можно вот так вот садиться и спокойно себе отдыхать. Прикольно, да?
здесь, наверное, глубина приличная. Кстати, даже видно какую-то рыбу, по-моему. Это что-то мелькает, не пойму туда. Сейчас мы с вами пройдемся по этой улице, посмотрим, что там есть. Уточка и чаечка. Вот такое вот здесь место достопримечательное. Прикольный город. Если бы не был такой дорогой, то, в принципе, можно здесь и недельку погулять. Ну, а так... Пару дней достаточно будет. Ну, конечно, все обойти, посмотреть не получится. Он все равно довольно большой. Нью-Халлен. Вот, это называется улица Нью-Халлен. Точно, я вспомнил. Нью-Халлен, вот он, кром написано. Это такой визитная карточка, можно сказать, Амстердама на любой картинке, на любой открытке обычно. Вот, если вы видели, вот изображен вот этот канал с этим рядом домиков. Здесь всегда полно народу, ну разве что там в непогоду, в дождь. Здесь не гуляют люди, а так постоянно. Нам попала хорошая погода. Можно, конечно, на велике взять и объехать все, но решили погулять пешком. Почему мы взяли этот отель? Потому что он находится в самом центре, и мы практически в пешей доступности к этому, ну, к этой улице Нью-Халлен, потом к парку развлечений Тиволи или Тиволи, как правильно, не знаю. Все, ну, центральные театры, эти соборы, эти, которые мы вам показывали, все находится в центре. Нам не нужно покупать билеты на местный транспорт, потому что они довольно дорогие. Здесь как бы проехать там 2-3 остановки стоит $7-8. Ну, недешево. Это, ну, обычное метро, вы понимаете. Вот вы сели, проехали 2-3 остановки, отдали $7. Нью-Халлен называется эта улица. Вот собака дремает. Благополучная Европа. Никто никуда не спешит. Сидят люди, подтягивают пивасик. Винцо. Все в таком релаксе. Здесь есть такое понятие, как хюга. Это, ну, с датского переводится как, ну, такое расслабление, релакс. Вот такое состояние хюга. Это у них на ихнем наречии, ну, такое чисто ихнее слово. Как бы. Балдеют, короче, кайфуют, говоря нашим сленгом. Видите, машин не было, но горит красный светофор пешеходный. Никто не идет, все стоят, ждут. Мы не были еще, ну, нигде в городах старой Европы. И так вот получилось по стечению обстоятельств, что мы поехали сразу в Данию. В такую, знаете, Европа-Европа, как говорится. То есть классическая европейская страна с такой
богатой историей, со своей культурой, самобытная страна, которая как бы, ну, она имеет свою такую, знаете, маленькая, но гордая, вот как ирландцы, датчане, вот эти северные народы европейские, они довольно-таки самобытные, они очень уважают свою культуру, свою. Наследие культурное, вот, и поэтому в таких странах интересно гулять, интересно ездить, смотреть. Здесь нету какого-то отпечатка такого, который кто-то мог бы наложить на эту страну. Вот здесь все сложилось, как сложилось именно у этой страны, то есть все традиции, все, это все видно в архитектуре, в культуре людей, понимаете, то есть нету такого набора, как бы сказать правильно, ну, такого микса. Так, вот мы вышли уже к такому еще более широкому каналу. Это улица Ньюхаун выходит сюда. Здесь есть такой мост. Впереди вот где-то в пару километрах отсюда какое-то здание красивое. Такой шпиль с винтообразной лестницей наружной. Интересно, куда дойти. Еще не дошли. Вот, это какой-то... А что это такое? Это какой-то центр торговый или что? Не знаю. Это театр. Народ любит сидеть, когда вот летом здесь тоже много. Вот здесь все вот эти вот специально края вот этих вот, ну, вдоль каналов сделаны, отделаны деревом, чтобы люди могли сюда сидеть, отдыхать. Уже здесь, как обычно, всегда холодно, и если бы здесь был бетон, то тут долго не посидишь, сами понимаете. Вон еще через канал какое-то огромное здание, не знаю, что это. Ну вот мы вышли к морю уже. Это уже Балтийское море фактически. То есть, наверное, туда выход. Несмотря на то, что сегодня солнечный день, довольно холодно. Вот мы обошли этот театр. Вон еще какое-то здание, видно, старое. А? Ну да. Да если что, за меня цепляйся. Двоих сразу, может, не сдует.
Адмирал Хотел, это какой-то отель, вот впереди такие, как бойницы, окна сделаны, ну, видно, старое тоже здание. Вот они их не разрушают, эти здания, то есть, ну, все фактически поддерживается в, ну, в изначальном состоянии. Понятно, что какая-то реновация делается, там меняется крыша, да, может, она была там черепичная какая-то. Сейчас сделали, она тоже черепичная, но только с более новой, с нового материала. Да, наверное, метро. Вот такая огромная площадка. Да, наверное, метро. Вот электросамокатики стоят. Здесь много электротранспорта такого. Вот люди, видите, уже по-летнему, хотя не знаю, как бы еще холодно, но тут ребята северные, они привыкли к холодам, для них уже это, наверное, жара. Лежит парень, музыку слушает. Ну, вот тоже дерево мощеное, набережная. Вот так вот. Тоже кафешка под открытым небом. Шезлонги, сиди, загорай, пей кофеек. Друзья, и вот эта вот деревянная набережная, которая сделана здесь, не гвоздями прибиты эти доски. Они, извиняюсь, они сделаны вот такими вот деревянными пальцами. Потому что гвоздь, он погниет, поржавеет. Здесь есть какие-то вот, ну это алюминиевые, какие-то втулки. И дерево ничем не окрашено, оно имеет такой естественный цвет. Такого, ну, постаревшего дерева, но оно не гнилое. Лавочки тоже, кстати. Ты заметила, что все не крашено. Вот оно как есть. То есть потемнело дерево, прибрало такой вот серый цвет. И все. Видишь, не красится дерево вообще ничем. Я не знаю, может, оно чем-то пропитано. Ну, этого не видно. Вот этот отель Адмирал Хотел. На берегу вот этого залива. Бухты. И вот оттуда мы пришли. Назад мы пойдем вот по этой улице. Вот такси Копенгагена. Мерседесик. Вот такой скверик разделяет вот эту улицу. Деревья все четко, ровненько посажены. Вообще так вот на контрасте, знаете, прилететь нашего бытия всего в такую благополучную страну, как Дания, жить в самом центре Копенгагена. Смотрите, какие люки. Не выступают, не провалены. Так вот, жить в самом центре Копенгагена, смотреть на эти все красоты, на это все, всю эту педантичность во всем. Я имею в виду окружающий пейзаж, который здесь присутствует. Здания, улицы, дороги, тротуары, велодорожки эти, парковочки. Вот никто не залазит на какую-то, на бордюры, понимаете? Вот отделено для машины четко, значит, отделено для машин. Если это велодорожка для велосипеда, то она для велосипеда, а не так, что туда заезжает какое-то быдло, извините, своим джипом, ставит его и плюет всем на головы. Вот Тесла едет.
Здесь очень много электромобилей и инфраструктура вся развита хорошо. Много зарядных устройств, я имею в виду, для электромобилей. Здесь все сделано, все удобства, чтобы люди покупали и пользовались этим видом транспорта. Вот еще какой-то ресторанчик с площадкой такой уличной. Вот сделано что-то для детей, наверное. Как горка такая, можно лазить вот. Спускаться в середине, вот видите, сделана песочница. Вот, то есть это не просто, да, декорированный такой какой-то элемент. Я думал, это как, ну, декор и все. Это реально практически действующая детская площадка. Вот она с песочницей, с горкой такой, скалой искусственной. Ну, мини-скалой, конечно, но для ребенка это нормально. С лавочками, опять же, с дерева. Опять же, без краски этой, которая через год слазит, ну, как у нас обычно покрасят дешманской краской. Она через год уже облезет, эта лавочка стоит как... Вот, смотрите, четко обработанная доска, ровно, нержавеющими этими шурупами, саморезами прикручена. Все, вот она стоит, она переживает зимы, холода, дожди, снега и нормально себя, нормально выглядит. Памятник какому-то товарищу. Тесла одна, Тесла вторая. Вот одни Теслы стоят. Ну, не одни, но две сразу подряд. Я не знаю, как вот так у них получается. Вот видите, это дерево таким вот мешком. А что оно накрыто, я не знаю. Это как бы для чего-то, чтобы влага держалась лучше или не, не знаю. И чтобы оно было ровно, вот такие вот распорочки сделаны. Вот старое здание. Девушка с собакой. Вот отбивает часы пол шестого. Газоны используются для прогулок собак. Все как нормально. Никто никому не запрещает нигде ходить. Памятник какому-то человеку на лошади. Сейчас посмотрим, кто это. Наверное, какой-то выдающийся был человек. Да, у собак дружба. Вот такая вот еще какая-то часовня. Или костел какой-то. Какое-то религиозное здание. Ну нету, креста нету, это как бы, ну, может тоже как музей уже. Но двери, по-моему, там закрыты. Написано, но все на датском. Привет, пес. Кристиан Конге Авденмарк, 1912-1947. Так кто он? Кто это такой? Христианск, Христиан, не знаю. В общем, такой вот памятник на одной из центральных улиц Копенгагена. С нашими знаниями местной истории мы вам особо не расскажем, просто покажем. А вы читайте Википедию, там все написано. Как говорится, Google все знает.
через дорогу антикварная лавка. Вот так живет загнивающая Европа. Может быть, что-то в ней загнивает, но все, что мы видим, выглядит довольно-таки красиво. Люди берегут свою культуру, смотрят за своим городом, именно смотрят, ухаживают, не тырят деньги на всем, что делается в городе, а именно делают. Вот дворик такой маленький, столики. Просто какой-то в варочку зашли, не знаю, здесь какой-то, возможно, ресторан, там это у них внутренний двор. Вот такие вот уютные местечко. Можно сесть в компании, посидеть. И как у нас говорят по поводу наших дорог, тротуаров. Ну, у нас же зима, у нас холода, морозы, все там рвет этот асфальт. Ребята, эта страна находится намного севернее, чем Украина. Здесь более суровый и холодный климат, сырой климат. Здесь рядом море, морской воздух он тоже разрушает. Потому что состав соли большой в воздухе. Ну вот, посмотрите на эти дороги. Конечно, они разрушаются, конечно, какие-то идут процессы. Но видите, все сделано. Все, нет, вот это сливная, вот это вот коллектор, да, вот куда сходит вода, он четко лежит. Этому коллектору, не знаю, наверное, лет 50, это точно. Все ремонтируется, все можно делать. Фасады домов не выглядят там убого, как-то облезло, все четко, красиво. Ну, как у нас говорят по-европейски. И действительно это так. Согласитесь, нам есть чему учиться у таких стран. Реально есть. В культуре жизни вообще. Во всем. Не именно там в чем-то конкретно, а во многих вещах. И выходим мы опять на эту площадь, где мы были. Вот этот торговый центр виднеется. На улицу Нью-Хаун, и вот посмотреть. Человек делает картинки и поставил такую копилочку, куда нужно кидать денежку. Ну все, друзья, мы вам показали центр Копенгагена. Сейчас посидим тут чуть-чуть. Отдохнем. Посмотрим на народ. Может, выпьем чего-нибудь в местной кафешке. Еще одна площадь, друзья, какая-то пересекается таким каналом. Здесь тоже памятник каким-то выдающимся личностям Дании. Опять же, все такие домики стильные. Вот такой канал. Мосты через него. Тут, видимо, проходят какие-то лодочки небольшие. И огромное какое-то тоже здание. Все полностью обвешано флагами Дании. Красивая. Там тоже еще памятник виднеется вон. Таня, что это за здание? Ну, все ограждено вот такими шарами.
ветер, конечно, пипец сильный. Рядом с Балтийским морем этот город находится. Здесь такие ветра, обалденное здание. Здесь, кстати, даже никто не ходит. Я не знаю, я зашел сюда, можно или нельзя. Это, наверное, можно. Здесь кром пускают. Даже государственные учреждения видно какие-то. Заходишь, там никто тебя не гонит оттуда. Прикольная такая башня. Шпиль. И на всех шпилях вот здесь стоят флюгеры. И они реально работают, показывают направление ветра, видите? Это какое-то правительственное здание. Фредерик де Севенд Грундлованс Гивер. Так, зайдем сзади этого памятника. Сейчас посмотрим. Вот такая картина. Класс. Очень красивый центр города. Реально такой впечатляющий. Архитектура здесь просто обалденная. Все настолько классно сделано. Настолько сохранено. Так, и от этой площади сейчас зайдем еще. Вот. Здесь такая арочка. Посмотрим. Что здесь. Двор. Здесь какое-то правительство, наверное, сидит. Пойдем уже в ту сторону, в наш райончик, там, где мы живем. Да, красивый город. Приехать так на день-два погулять, я бы посоветовал. Кто не был в таких старых городах европейских, хотя можно и ближе, в Польшу, там, Краков. Тоже, думаю, хотя я не был в Кракове, но по фотографиям, по видео смотрел. Тоже очень красивый город с такой старой, много старых зданий. Еще выгодно ехать в Копенгаген. Здесь рядом находится Швеция, буквально в 20 минутах езды от Копенгагена. Она соединена таким мостом, тоннелем, эти две страны. Вы можете сесть на электричку и буквально через 20 минут быть в Мёльме, по-моему, называется городок. Он граничит с Данией как раз, ну, пограничный. Никаких там досмотров, ничего нет, свободное передвижение. Вы отсюда можете поехать и побывать сразу в двух странах. В Дании и в Швеции. Так, друзья, сейчас я вам покажу опять кухоньку. Мы сейчас собираемся ужинать. Таня сделала пюрешечку. Вот. Такую ролтоновскую, да? Или какая-то. Ну, к пюрешечке мы купили сосиски, колбасу, варенку.
Вот такую. И молоко 3,5% жирность. 50% скидка, потому что у него то ли завтра, то ли послезавтра заканчивается срок хранения, поэтому 50% скидка. И вот такой вот хлебчик черный. Ну, вот такой вот ужин здесь в отеле Annex Копенгаген или Epsilon, еще он называется. Так, спасибо. Молочко холодное, класс. Вот колбаса с разными соусами. В общем, как-то так. Перекусим сейчас. Гречки. Да? Вот преимущество вот в этом отеле, что здесь есть кухня, и вы можете покупать продукты в местных магазинах и себе готовить. Это намного дешевле получается, выгоднее, чем питаться в каких-нибудь ресторанчиках. То есть, примерно цены, ну, дороже процентов на 50, чем у нас дома в Украине, но как бы это не убийственно. Да. А если еще где-то попадете на какую-то скидочку, то нормально. Вот такая. Такой ужин у нас, короче. Друзья, поужинали. И теперь сидим в холле нашего отеля Epsilon, который находится в Копенгагене, кто не в курсе. И вот так вот коротаем время. Сегодня находились за целый день, ноги болят. Много прошли. Весь практически центр. Вот за окошком такая картина. Кому видно. И строим планы на завтрашний день. Таня уже разработала маршрут, говорит, куда мы там пойдем. Я нашла нас на карте. Вот это центральный. Вокзал. Вокзал. Ага. Central Station. Да, вот, кстати, кто не в курсе, вокзал от нас находится в 300 метрах. Вот мы. Вот два. Один квартал тут маленький такой. Вот мы. Плохо видно, конечно. Если мы были сегодня в этом месте. Ага. Кристиансборг Палас. Так еще дальше зашли. Здесь мы везде были. Смотри, вот за станцией сразу Триполи парк. Да, Централ Стейшн, да, вот это Тиволи. Парк Тиволи, да. Ну, там для деток. А-а-а. Мне очень интересно. Я предлагаю пойти в Тиволи, планетариум. Да. Вот сюда выше. Мы все ходили, обходили вот здесь. А-а-а. А вот сюда выше можно бы и пойти посмотреть. Ага, ну, завтра смотри, пойдем. Какой большой. Он просто... Ага. А где вот это, что мы выходили к Кстати, морю? Тут тоже. К морю, где мы выходили? Сейчас. Вот эти каналы. Ньюхаун, где вот эта где, улица? Где там? Сейчас посмотрим. Ресторан там такой, это 12. Короче, разрабатываем маршрут на завтрашний день. Потому что идти, ну, ходить вот так вот, ходить наугад, как бы, да, вы можете идти, но вы не найдете сразу всех достопримечательностей. Желательно вот так вот посмотреть карту или погуглить Ньюхаун. Вот она. Вот, смотри. Угу. Да. Канал Ньюхаун. Да, канал Ньюхаун, вот да, вот мы сюда и вот вышли, здесь, да. Вот это все. Вот тут мы ходили. Опера вот Хаус. Это если за мостом смотреть. А мы не переходили мост. Мы вот так вот прошлись, по-моему. Вот тут крутнулись и все. А, да, короче, что хочу сказать. Лучше заранее посмотреть.
где находятся, ну, все локации, где находятся достопримечательности, и потом уже как бы можете спокойно ходить более-менее целенаправленно, потому что, ну, вы идете, вот да, тут центр города практически весь, ну, весь как музей, если так смотреть. Все здания старые, все, ну, прикольно здесь гулять, особо не надо определяться там, да, если просто посмотреть общую архитектурную, так сказать, часть. Но если вы хотите конкретные места, то надо посмотреть на карте, посмотреть, разработать маршрут, как туда лучше доехать, либо дойти. Потому что если вы не знаете всей логистики здесь в городе, она, поверьте мне, довольно сложная, потому что, ну, если не знаешь языка, если знаешь язык, то можно спросить. Ну, я сомневаюсь, что кто-то из вас знает датский язык. А они довольно-таки консервативные люди, и датчане. Даже на английском таком вот обращаясь, человек так, знаете, либо знаю, либо с такой не особой охотой вам начинает что-то там объяснять. Так что лучше заранее посмотреть, погуглить. И потом уже идти. Ну, город реально красивый. Мы не были, еще раз скажу, нигде в Старой Европе. Ну, ближе всех, как бы Польша, все в Польшу там ездят. Билеты недорогие, но мы как-то попали сразу в Данию. Попался билет. Ну, предложение такое, блин, на эти даты, что мы полетели, хорошее предложение, мы поехали. И, кстати, изначально было там предложение по вылету 22 и 28, или, короче, 5 дней мы должны были быть здесь. Но это, вы, конечно, посмотрите намного больше, но город дорогой, то есть здесь неделю прожить недешево. То есть если даже снимать отельчик такой вот, как мы, то это вылетит в копейку. А потом авиакомпания Визаэр, они перенесли рейс. И по правилам переноса рейса, если это по вине авиакомпании, и вы не согласны с той датой, на которую вам сместили ваш рейс обратный, ну, обратный или рейс вылета, но у нас обратный перенесен там на какие-то время, вам сразу автоматически дается преимущество выбора другой даты вылета, не только другого времени, а другой даты. Вы имеете право поменять дату вылета. Мы воспользовались этим бесплатно. Самое главное, это бесплатно. То есть мы взяли 2 дня, выбрали день вылета. Главное, чтобы были места на рейсе. Места на рейсе были, и мы взяли этот... поменяли дату вылета, и вот так вот получился наш тур за такие вот небольшие деньги. Но если бы мы брали целенаправленно вылет 24 числа, вот такой, как у нас завтра, да, мы взяли его бесплатно за счет того, что у нас было такое преимущество, потому что авиакомпания как бы неустоечку нам таким образом оплатила, то билет бы стоил, ну, раза в 3 дороже, чем мы покупали вот на те даты, которые были первоначально там. То есть вылет 22-го, возвращение 27-го, что-то такое. В общем, вот так. Такая вот история. Ну, завтра мы продолжим с вами гулять, знакомиться с этим городом. Куда мы еще пойдем? Сейчас еще определимся. Ну, вот уже примерно, Таня посмотрела по карте и как бы нашли. Ну, планетарий мы точно пойдем. Mm-hmm. И там еще один канал, он побольше. Смотри, этот, да? Да. По площади.